Доброе утро, ребят, и это шестой день недели влогов. Дни все идут, а мое утро не меняется. Сегодня сюда даже пришла, потому что что? Потому что у меня есть колбаска. В общем, мой завтрак так... Бэй, Боня, куда пошла по ноутбуку? Такой вот завтрак себе сегодня сделала здесь. Яичница с помидорками, с колбаской. В общем, очень сытно, очень вкусно. Здесь салат с помидорами и огурцами. И зеленый чай по стандарту. И к чаю кексик. Решила сегодня себе позволить. Ну как сегодня, я почти всегда себе позволяю что-то есть с чаем. Вместо майонеза, кстати, ем сметану. Как обычно, монтаж, утро, завтрак. Приятного аппетита! Сегодня решила встретиться с подругой, устроить такой типа фотодень, устроим с ней пикник. Вот. И я решила надеть, кстати, вот эти вот сережки. Они сегодня подойдут под мой такой ретро-стиль. Потом покажу свой образ полностью. Решила вообще не краситься, потому что лето, жара. Вообще не хочу, чтобы лицо потело с моей косметикой. Поэтому я не буду краситься. И так красотка, да? Просто надену сережки, и они украсят меня, мое лицо и мой лук. В общем, сейчас я вам его покажу. Я надела вот такую вот рубашку, так приспустила немного плечи и джинсы. Снимаю, как Карина снимает. Ты такая типа, весело смейся. Ой! Такой день веселый. Просто собралась с девчонками. Вечеринка просто супер. Аня, что я в сторонке. Стоят в сторонке. Так и проходят съемки. Я просто видео снимаю. Карин, давай фоткай, а ёшкин кот, знаешь, это в комарах лежать не кайф. Карин, если у меня вывалилась сиська или торчит живот, скажи, пожалуйста. Ты снимаешь? Или кого? Или я ее кормлю? Или кого? Давай сначала меня, а потом я себя. Ну я не знаю, мы импровизируем. Мне кажется, знаете, это выглядит как начало какой-то порнушки. Давай я возьму у тебя интервью. Я смотрю твой инстаграм, ты пишешь про... Ты снимаешь сейчас? Да, я уже давно снимаю. Ну так вот, я смотрю твой инстаграм. Ты пишешь про то, как быть стюардесса. Я уже давно про это не пишу, потому что нам запрещают вообще выставлять все посты касательно работы. Это грозит увольнением. Вышел приказ недавно, и поэтому мы должны соблюдать конспирацию. Ничего себе, вы прям как госслужащие? Ну так и есть вообще-то, это же государственное. А ты уже летала прям? Нет, мне должно быть 6 июля первый рейс, но его перенесли на 18-й, поэтому я хочу смотреть отпуск. А он только английский написал? Да, подожди, да, я валентяне финист. Вот ты вот... Огонь! Я тоже хотела быть стюардессой, но я рост. А я фоткаю. А чё, там вообще рост, мне кажется, не имеет значения. А я сначала там что-то от 1.70 м, что ли? Ой, это всё фигня, это вообще пишут такие же блогеры, как я всякие. Я училась по распределению, получается, я пришла на собеседование, и все по распределению отправили учиться в Новосибирск. Да, да, хорошо, да. Можно в Москву тоже попасть учиться. Там как компания решит. Ты можешь, типа, ты то, что ты пьешь, класс. Типа, мы можем уже есть. Я тоже этот вопрос изначально издала. Карин, когда есть-то? Да ты неправильно делаешь, ты естественно делаешь. Да, не блогер, да, сразу видно. Тест смузи. Этот со шпинатом. Зеленый, самый ппшный. А когда мы здесь встретились, морта. Охренеть, как классно. Ой, как красиво. Ну не делай так, так некрасиво. Ладно, давай, для тебя засниму, как будто вкусно. Давай. Сейчас подожди, у меня телефон грузится. Давай, я просто так не буду пить эту гадость. Так, все. Фу, короче, они вкусные, конечно. Да. У него прям чувствуется трава какая-то. Ну, это спинат. Ну, походу. Сейчас теперь пробуем шоколадный. Я спросила у нее. А чей это? А я поговорю девочкам, что я все попробую по чуть-чуть. Шоколадный пробуем. Здесь какао, финики, авокадо, миндальное молоко. Что, вкусный? Ну, шоколадный вкусный. Блин, ну, такой, да ладно. Горьковатый. Горьковатый, но вкусный. Как какао, только горький немного. Шпинат вообще невкусный. Дай черник попробуй. Карин, снимай дальше. Мне же неудобно одной рукой.
Так, здесь миндальное молоко, черника, финики, корица, овсяные хлопья. Валера. Ну вот это прикольно, только овсяные хлопья все портят, по-моему. Вот да. И, а какой я еще не пробовала? И клубничный. Здесь клубника, банан, миндальное молоко и финики. Мне, кстати, тоже шоколадный, походу. Либо вот этот клубника-банановый тоже нормальный. Мне клубничный банановый. И шоколадный. Нормально. А вообще лучше водичку, знаете. Водичка с надо. Понятно. Ты попадешь в мой влог. Уставшая Карина едет домой. Работяга просто. Пришла я уже домой, сижу, дальше занимаюсь монтажом. И круто, когда со съемки остается еда. В общем, здесь у нас остался круассанчик, который я поломала, поела. Сейчас я его доем вместе с чаем и буду продолжать монтировать. Сижу еще параллельно, смотрю фотографии, которые у нас получились, и некоторые прям реально клевые. Делали классные фотки, и очень жаль, что есть вот реально крутые фотографии, но они, к сожалению, так не вписываются в мой инстаграм. Это прям такая проблема, что мне так нравится сильно фотография, но она, например, просто, ну вот, не вписывается в инстаграм. Кстати, подписывайтесь. Я стараюсь выкладывать сюда клевые фоточки, поэтому обязательно подписывайтесь. В общем, у меня здесь происходит мой типичный вечер дома за монтажом. Я слушаю музыку, и знаете, я в последнее время очень сильно полюбила «Монеточку», именно вот эту песню. В принципе, я ее не слушаю никогда, но эту песню я прям заслушиваю уже до дыр. И мне захотелось ее выучить на гитаре. Я нашла аккорды, сижу тут уже минут 20, наверное, и пытаюсь выучить эту песню на гитаре. У меня еще гитара безумно расстроена. Я попыталась ее настроить, у меня нифига не получилось. Чтобы вы не думали, что я как бы умею играть на гитаре, я... В общем, я не умею играть на гитаре, но я умею зажигать свечки. Но некоторые аккорды я знаю. Или если не знаю, то я их сейчас буду учить. И, в общем, я хочу научиться играть эту песню, поэтому почему бы и нет. Я уже сижу минут 20, я какие-то аккорды запомнила. Нашла на ютубе разбор этой песни. Ну и вот, и если сейчас будет слышно гитару, то я попробую вам сыграть все, что я сейчас выучила. Но я включу само это видео, по которому я учусь, потому что я еще как бы не выучила вообще. Буду смотреть и играть, то есть вместе с этим чуваком, который якобы учит меня. Ты раз, каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы проживала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Ты раз, каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы проживала возле трасс, я бы стала самой бедной. Если мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Блин, бой не могу вообще никак выучить. Вот вроде вниз, вверх, переход. Сложно. Не знаю, слышно ли будет вообще на камере гитару. Я, конечно, могу подключить комбик к этой гитаре, и тогда ее будет точно слышно. Но, во-первых, это будет слишком громко, во-вторых, это будет совершенно другой звук. А я хочу играть именно тихонько, именно вот так вот. Не знаю, возможно, когда я выучу эту песню хорошо, буду ее и петь, и играть, ну, более-менее, может быть, я запишу отдельное видео. Вообще, я бы хотела. Вот, но не знаю, если я не застремаюсь, конечно. Но вообще сейчас уже дофига времени, поэтому я буду готовиться ко сну. И спасибо вам большое, что провели со мной еще один день недели влогов. Смотрите предыдущие, подписывайтесь обязательно на канал, чтобы не пропустить следующий влог. И всех целую, до скорых встреч. Спокойной ночи!